Здравствуйте, мы на канале Европлант. Сегодня мы продолжаем разговор с Викторией Самгиной. И мы хотим поговорить, достаточно необычную тему для зимы, про газоны. Но не то, как за ними ухаживать, как их выращивать и какие альтернативы газону могут быть, а на самом деле вообще зачем он нужен, газон на наших участках. Мы привыкли, что английский газон, вот в его концепции, существует очень давно, за ним ухаживают годами, его стригут, вычесывают, выращивают. Но на сегодняшний день современные тренды говорят о том, что в принципе газон совершенно не обязательная часть озеленения участка. И я хотел бы поговорить с Викторией о том, что вообще из себя представляет современная концепция газона, зачем он нужен, и стоит, в принципе, ли его проектировать на участке? Во-первых, всем привет. Значит, смотри, тут ситуация какая. Если заказчики хотят играть в подвижные игры, да, тот же самый бадминтон, тот же самый какой-то футбол, да, а если нет спортивной площадки, то, конечно, газон – это минимальная альтернатива. Поэтому те семьи, где приветствуется подвижный образ жизни, для них газон, в принципе, довольно важен и нужен. Во-вторых, газон в саду создает перспективу. То есть с точки зрения планировщика, конечно, какой-то кусочек газона в саду, наверное, желателен. Но это с точки зрения там, дизайнерских каких-то планировочных решений. Он исполняет роль фона, роль такого белого листа, на котором высажены определенные растения, стоят шезлонги, может быть, там, теннисный стол, беседка. Вот как раз-таки на газоне высаженные растения нет, и шезлонги, если поставили, посидели и потом желательно убрали, потому что если мы шезлонг на одном и том же месте оставим хотя бы на несколько дней, то под шезлонгом у нас образуется желтое пятно. Поэтому вот эту функцию газон не может. То есть функция, в принципе, все меньше и меньше. Слушай, самая главная функция газона для тех людей, которые только что построили дом и которые хотят уже въехать и забыть хотя бы на какое-то время о стройке, это положить рулонный газон для того, чтобы сказать себе хотя бы на какое-то время, что все, мы все сделали, мы все доделали, и выдохнуть. Замести мусор под коврик, так сказать. Да. На самом деле это, в общем-то, и неплохо, и я их прекрасно понимаю. Но это действительно компромисс. Потому что очень часто к нам приходят и говорят, положите нам, пожалуйста, рулонный газон. Вот, а у нас есть в компании подразделение, которое занимается именно продажей и укладкой рулонного газона. Поэтому в нашу компанию очень часто приходят именно с тем запросом, что просто хотят купить газон или купить, чтобы мы его постелили. Поэтому эта тема у нас постоянно, просто ежедневно сезон идет. Люди звонят и просят на весь участок положить газон. Вот против этого я категорически против. Именно как проектировщик. Понятно, что тот человек, который у нас занимается продажей рулонного газона, он не разубеждает людей. Но если нужно приехать, очень часто просят, чтобы мы приехали, посмотрели, оценили подготовку основания. И когда мы приезжаем, конечно, мы начинаем спрашивать аккуратно, хотите ли вы какие-то посадки. Да? Потому что если уже газон положен, то инсталлировать посадки в газон – это не очень правильно. И с агрономической точки зрения, да и, в общем, эта стоимость затрат увеличивает, потому что один раз сделали одно, потом пришли, расковыряли, сделали другое, это все денежки. Вот, а денежки у нас сейчас все экономят, а мы, как проектировщики, тоже, опять-таки, должны экономить деньги. Видишь, мне кажется, что люди думают, что завести у себя газон – это какое-то наиболее дешевое решение. Угу. Хотя, по сути, это абсолютно не так. Поддержание газона требует достаточно много вложений. То есть, это и полив, и удобрение, и аэрация, и куча каких-то процедур, которые с ним надо делать, чтобы поддерживать его эстетику. Давай по пунктам. Полив. Да? Полив. Значит, тут варианты два. Либо ставим систему автоматического полива, либо нет. Да? Значит, если ставим систему автоматического полива, значит, какие плюсы мы получаем? Во-первых, газон поливается равномерно. Да? А во-вторых, поливается в нужном объеме.
и в-третьих, поливается в нужное время. Вот. Значит, какие минусы? Во-первых, стоимость самой системы. Да? А это недешево. Безусловно. Стоимость эксплуатации, ну, скажем так, насос довольно маломощный. Весенний запуск и осенняя консервация, в общем, не очень дорого стоит, но вот сама система довольно дорогая. Дальше, значит, если у вас свой колодец или своя скважина, то понятное дело, что стоимость воды для вас стремительно приближается к нулю. Но очень часто бывает, что заказчики наши являются счастливыми владельцами магистрального водопровода. И тогда у них стоит счетчик. Вот. А в среднем участок там 10, 15, 20 соток – это минимум 1 куб воды, да, максимум 2-3 куба воды. И потом это нужно делать регулярно. Да, конечно. Если мы поливаем вручную, если, например, июль или август на улице днем плюс 30, и нет дождей в течение недель, двух-трех, а это, в общем, довольно типичная ситуация даже для Ленинградской области, то последние годы, да, очень засушливое лето. То газон уже через неделю начинает потихонечку желтеть. Желтеет. Если его не поливали, то он просто становится такой совсем соломой. Для того, чтобы этого избежать, нужно газон поливать ежедневно. Вручную это, во-первых, физически невозможно, потому что все люди работающие, да, ну, если есть какие-то работники, которые это делают, представьте себе, например, если у вас там даже 5 соток газона, вылить хотя бы по 5 литров на квадратный метр воды, вы представляете, сколько это по времени, то есть этот человек должен ходить несколько часов поливать газон, сделать это равномерно практически невозможно, ну, впрочем, так же, как внести удобрения, да, то есть какие-то части у вас будут после полива насыщенно зеленые и быстро растущие, а какие-то будут такие довольно-таки желтенькие, и все это будет вот как бы как траектория шланга как шла, вот так вот оно и будет. То есть по контрасту это будет выглядеть еще хуже, если бы он даже равномерно желтенький. Ну, ты знаешь, я соглашусь с тобой, да. Мне кажется, что первый вариант лучше, тем более, что если мы с вами не говорим о только что положенном газоне, да, если газон только что положили и началась засуха, то он просто умрет. Если газону уже там год, два, и вот такая засуха, то, в принципе, скорее всего, что внутри дернини газон живой. И как только начнется период дождей, через неделю газон станет равномерно зеленым. Ну, с удобрением тоже. Насколько часто надо вносить удобрение в газон? Да. Кстати, по поводу стоимости удобрений. Сейчас мешок удобрений 5-килограммовых в сетевых магазинах там по типу Оби или Максидома, да, стоит где-то от 400 до 600 рублей. А вот такого мешка хватит, по-моему, на вскидку, не помню, сотки на 2-3. Вот представьте себе, сколько вам нужно этих мешков, да. Значит, причем нужно уметь чего вносить. То есть такое полное минеральное комплексное удобрение для газона, его надо вносить весной, буквально как только стаял снег, или можно прямо по снегу, и, например, там в начале июня. Третий раз оно вносится уже осенью. Где-то это конец августа, начало сентября. Таким образом мы готовим газон к зимовке. А весь вегетативный период активного роста, а это как раз с середины мая по середину, конец августа, каждое третье-четвертое кошение газон нужно заново кормить, причем желательно кормить уже не полным комплексным минеральным удобрением, а нужно кормить азотным удобрением. Потому что газон интенсивно растет, плодоносить он не плодоносит, да, то есть мы не должны фосфор вносить для того, чтобы вызывать вот это вот там цветение или плодоношение, мы должны вносить чистый азот, просто для роста вот этой красивой зеленой пластинки. То есть сам себя он не прокормит, потому что у него... Потому что мы его постоянно косим. Да. Мы его постоянно косим. Если, например, там в лесу, в саду, неважно, что-то с растения падает, и там же под растением остается, то растение может себя прокормить тем, что он получает вот из этого опада, из этой подстилки. Если мы с вами газон будем косить и оставлять скошенную массу на газоне, то просто под этой массой газон сопреет. Поэтому мы должны это все убирать.
Соответственно, мы постоянно изымаем из газона вот эти питательные вещества этой стрижкой, и, соответственно, мы должны вносить постоянно, компенсировать вот то, что мы изъяли путем внесения удобрений. Поэтому, опять-таки, это опять вопрос денег. Ну, это уход как за ребенком получается, поскольку мы поддерживаем эти вот 8 сантиметров травы на таком уровне, мы, по сути, ухаживаем постоянно как за рассадой. От 3 до 10 сантиметров, в зависимости от целей, да. Да. Значит, на самом деле, вот про уход за ребенком ты очень правильно заметил, потому что проблема в том, что от газона нельзя надолго уезжать. То есть, если ты уехал на 2 недели отдыхать, да, и было, например, тепло и влажно, у нас часто бывает такое, что где-то 20-25, и постоянно идут дожди. Вроде как пасмурно, люди не замечают, что... Ну, вроде в полиме не нуждаются, и как бы да. Да, и все хорошо. И за это время газон успевает мало того, что отрасти, он начинает выбрасывать уже метелки, то есть начинает цвести. Вот. А по сути газон – это злак. Злак растет в поле в виде кочек. Вот. А что происходит? Как только начинает отрастать метелочка, то сразу корневая система и состояние ковра, она начинает превращаться в кочечку. И очень часто бывает, наверное, вы это видели там или у себя на участке, или на участке друзей, ты приезжаешь, видишь, что у тебя просто вместо газона скопление кочек. И звонят и спрашивают, а что нам делать? В принципе, ничего уже хорошего... Ну, фарш невозможно провернуть назад. Да, абсолютно, именно так. Дело в том, что и состояние кочки, уже обратное состояние ковра, газон вернуться, к сожалению, не может. Поэтому вот этот вечный ребенок, он получается как растительный бонсай. То есть он не должен цвести, он не должен плодоносить. Он должен быть постоянно просто вот в этом состоянии листовой пластинки, никак иначе. Вот. А поэтому нужно думать, сколько вам нужно вот этого растительного бонсая. 1 сотку, 20 соток, да? Понятно, что если есть работники, которые будут за этим ухаживать, то, в принципе, в общем-то, почему бы и нет. Ну, это дорого, и с точки зрения экологических современных трендов, это же очень энергозатратные процессы, помимо полива, это же еще и кошение, дискование, то есть мы используем достаточно много техники, которая выделяет СО2 и наносит вред природе. Я знаю, что даже есть такие цифры, что в Америке газонокосилки где-то по выхлопу СО2 занимают 10% среди вообще всей техники. Да, я читала тоже эти цифры. Да, они... Большая цифра. Да, они ужасают. Ну, там, видишь, там более развито вообще декоративное садоводство, в принципе. Ну, то есть газон не экологичен, получается, абсолютно. Культура зеленой лужайки. Газон не так экологичен, как, в принципе, в последнее время принято считать. Вот. Причем для сада он также бесполезен, потому что, как мы уже говорили, да, его подстилка равняется фактически нулю. А о чем это говорит? Если у нас какие-то кусты, какие-то цветы, какие-то деревья, с них опад падает вниз, там перегнивает. Там живут жучки, червячки, там своя уже какая-то... Экосистема, да? Да, да, да. Свой горизонт, самый плодородный, который есть, это вот этот вот наружный. Соответственно, там живут полезные бактерии, которые не дают развиваться болезнетворным бактериям, грибам, а у газона этого ничего нет. Ну, то есть, в принципе, это не биоциноз, а агроциноз, который нужно поддерживать. То есть, чтобы не росли грибы, мы вносим какие-то фунгициды, опять же таки, чтобы у нас не выросли какие-то микроорганизмы. Чтобы у нас не покрылось это мхом, мы вносим доломитовую муку, мы постоянно это все вычесываем. Ну, слушай, мох может появиться по ряду причин. Но он не появляется у нас, например, где-то в цветнике. Он у нас появляется именно на газоне. Да, это именно потому, что газон наиболее уязвимая
часть системы сада. Поэтому что-то выкопать ямочку в нем и посадить какое-то дерево, мы начнем, естественно, опад этого дерева убирать, чтобы не испортить газон, потому что под этими преющими листьями газон сопреет. Тем самым получается, что у дерева не будет хватать питательных веществ, потому что газон активно ест для того, чтобы расти, да, то есть там получается идет полный конфликт интересов дерева и газона. Поэтому в хорошо сделанном, правильно сделанном саду, это тот сад, который технологичен, которым удобно эксплуатировать и за которым удобно и легко ухаживать. Да? А это все равно все в итоге денежки на самом деле. Когда закладывают газон, говорят, я буду, он представляет себя, видимо, как Лев Толстой с косой. Вот, который идет, недавно читала там, что идет Лев Толстой и косит капусту.